Новость об этой находке в своем блоге сообщил и выложил фото металлического кружева губернатор Валерий Шанцев. Сейчас создаем рабочую комиссию, в которую пригласим архитекторов, градостроителей и общественных деятелей. Нужно сохранять такие объекты, делать их доступными для всех. А вот каким образом, будем решать вместе, подчеркнул Валерий Шанцев. Теперь сохранением уникальной находки и тех металлических конструкций, что были найдены на стрелке в Нижнем Новгороде, займутся эксперты. Власть не то, что должна идти навстречу общественности. Мне кажется, в этом вопросе есть все шансы идти вместе. Город, который идет к своему 800-летию, должен сделать какой-то большой проект в честь этой даты. В ходе научной конференции «Культурные коды стрелки» эксперты обсуждают и поддерживают идею главы региона. Необходимо создать комиссию, специалисты которой и дадут заключение о том, как и где можно использовать металлические конструкции, обнаруженные в портовых складах на стрелке и на Бару. Также комиссия определит степень их сохранности, какая реставрация или ремонт им необходимы. Я считаю, что это очень дружеский такой и важный ход. По распоряжению губернатора создается вот эта комиссия экспертная. То есть то, к чему мы стремились, к объединению усилий, к взаимодействию, вот это происходит в частности вот в создании такой комиссии. Позиция губернатора Нижегородской области, она мне чрезвычайно симпатична. А именно... Вот только что создана комиссия из очень авторитетных людей. Там, кроме специалистов, строителей, архитекторов, специалистов в области металлических конструкций, железобетонных, фундаментов, там есть и представители таких гуманитарных сфер, которые могут размышлять не только о напряжении металла. Главная цель – дать взвешенное, правильное экспертное заключение по тем вопросам, которые я сказал ранее. То есть о состоянии и о возможной судьбе тех складских сооружений, которые находятся на территории бывшего Нижегородского порта. Общественники соглашаются, что найденные конструкции нужно отреставрировать и использовать там, где они будут хорошо сочетаться с существующей застройкой, например, на территории Нижегородской ярмарки. Где стоит главный дом, и там вот эти павильоны скучные такие, да, времянки, и вместо них встают два вот этих вот сооружений с выставки. Когда я увидела вот это, да, у меня немножко произошла какая-то подвижка в моем сознании. Потому что я говорила только на том месте. И вот открывается пространство, и мы видим перед главным домом вот две таких цитаты с Нижегородской промышленной и художественной выставки всероссийской. Понимаете? Я думаю, что это тоже неплохо. Кстати, распоряжение губернатора о создании рабочей группы по сохранению культурных ценностей будет подписано в ближайшие дни. Анастасия Рябова, объектив. На НТВ.